Итак, мы проводим эксперимент, бактериологический тест. Вот здесь у нас находится грязная вода, бактериологически зараженная. Где я ее взял? Я просто очень тщательно вымыл холодильник и отжимал тряпочку сюда. Здесь у нас имеются все сорта пищевых плесеней, различных грибков, микроорганизмов, все то, что водится на продуктах. Сейчас мы посмотрим, во-первых, как наши фильтры это отфильтруют. Напоминаю, наши фильтры. Значит, первым у нас идет аквафор, последним у нас идет брита, а посередине у нас фильтр, который называется барьер. Осталось что-то самое тянуть. Угу. Посмотрим, что они у нас отфильтруют. Ну, в принципе, достаточно чистая вода. Пока наш фильтр работает, мы берем пакетик и делаем наши пробы. У нас как раз тут хватит. Значит, на этих стаканчиках, берем 4 стаканчика, пишем на них аквафор. 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 Барьер. 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 И латинское «б» от слова «брита». Брита. 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 Теперь мы проведем тест. Во-первых, мы их оценим визуально, как они у нас это все отфильтровали. Берем первые 3 стаканчика. Смотрим. Аквафор. Да, неплохо. Барьер. Как у него неудобно устроена крышка, что у него все норовит палиться туда грязная вода. Ну, барьера вода значительно грязнее. Значительно грязнее. Ну и последняя брита. Значит, тоже неплохо отфильтровала. Ну да, но давайте посмотрим, кто у нас самый чистый. Так, давай-ка сделаем стоп.